Наконец-то! Мы дождались нового героя, Винтер Вайверн. Это герой с дальним типом атаки, основной характеристикой которого является интеллект. После выхода Винтер Вайверн остается еще два героя, которых не добавили из Доты 1. Первая способность, Arctic Burn, насыщает вас смертельным холодом, давая бонусную дальность атаки и способность к полету на 6 секунд. Атакованные враги будут находиться под влиянием арктического холода, замедляющего их и выжигающего 6% от текущего здоровья в течение 5 секунд. Может летать как Батрайдер, при этом не ломая деревья. Обратите внимание, негативный эффект на противнике не может быть сбит. Сжигание здоровья происходит постепенно, что не может привести к смерти. Не дает летающую видимость. Вторая способность – Сплинтер Бласт. Атакует врага неактивным осколком льда. При попадании в цель осколок оживляется, разбиваясь на множество частей, которые замедляют и наносят большой урон окружающим врагам, при этом оставляя начальную цель нетронутой. Обратите внимание, снаряду нужно 1,35 секунды, чтобы долететь до цели. Также он двигается со скоростью 500, видит невидимых юнитов. Третья способность – Cold Embrace. Понижает температуру тела союзника, заковывая его в лед и отправляя в глубокий сон. Восстанавливает процент от максимального здоровья и блокирует весь физический урон на 4 секунды. Обратите внимание, союзный герой выводится из строя на время действия эффекта, то есть он не может атаковать. Ультимейт – Winter Chaos. Вайвер накладывает на поле битвы ужасающий холод, проклиная врага и заставляя его замерзнуть на месте. Все окружающие союзники вражеского юнита впадают в неконтролируемое безумие, начинают бить цель. Обратите внимание, герой получает золото за убийство этой способностью, если цель не была убита ультимейтом Некрофоса. Выводит из строя основную цель, даже если она с иммунитетом к магии. Но не влияет на союзников с иммунитетом к магии. Вайверн довольно отличный герой. Ну что ж, как и обычно, по традиции ждем его во всех пабликах. Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!